Есть. Всем доброе утро! Всем здорово! Всем привет! Вы на канале у Черновых. Сразу подписываемся, ставим пальчики вверх и встречаем. Ой, и увидимся, не увидимся завтра. А, короче, добро пожаловать на новый влог. Мы едем в Ригу. Едем в Ригу на концерт. Едем без детей. Помните, мы ездили недавно на продажи. Сегодня тоже концерт. Борис Брейча, правильно я говорю? Борис Брейча, да. В прошлом году мы на нем тоже были, но я... Кто был, кто пытался? Я пыталась, да, но я не попала на концерт, а все остальные были. Настюшку выгнали с концерта. Ну, кто помнит, тот помнит. Все, забыли. Забыли. У меня вторая попытка поехать на концерт. Конечно, мы не могли это упустить. Едем не одни. Сейчас вы увидите, кто с нами едет на концерт, да? Едем на целый день туда и обратно. Классно проведем время. Подъезжаем за Саней и Валюшей. Сейчас мы их заберем, закинем в машину и поедем в Ригу. Фу, короче, забрали. Не успели выехать с города, надо купить кофеек. Да, Александр? Нет. Настюша, я буду без кофе, я не хочу кофе. Потому что здесь невкусный кофе. Короче, мы приехали в Ригу, постояли чуть-чуть в пробке, потому что было показано, что где-то впереди был какой-то крэш. Сейчас мы поставили машинку, сейчас мы чуть-чуть погуляем по центру Риги. Идем в ресторанчик, перед концертом покушаем. И смотрите, Маргарита рядом была с Матвейкой. Матвейка! Очень приятно. Матвейка держался за нее. Дай подробно. Заходим в ресторанчик. Здрасте. Здравствуйте. О, как здесь прикольно. Вау. Ну, шикарно. Хорошо. Так, здесь получается есть один зал, а здесь так понял, что второй зал. Здесь тоже сесть, посидеть, здесь так прохладно, прикольно. О, телефончик Будда. Надо потереть его. Телефончик. Давай. Алло. Так, здесь такая красивая... А, здесь даже кальянчик можно, посмотрите. Кальянчик, вот он спит заказать. И кальянчик на грейпфруте стоит 22 евро, 25 евро, 30 евро. Здесь разные закусочки. Салатики, бургеры. Пасты, десертики. Ой, даже и суши. Ну, вообще шикарно. Короче, менюшка здесь классная. И разные напиточки, и пиво можно. Ну, все что угодно. Короче, если вы хотите прийти отдохнуть и вкусненько покушать, то приходите. Не пожалеете. Девочки себе уже выбирают, что будем кушать и что будем пить, выпивать.
Ребят, в бардаке уже были все, кроме нас. Наконец-то мы попробовали это шикарное заведение. Вы видели, сколько блюд у нас было. Мы решили попробовать много всего из разных категорий, чтобы оценить эти вкусы. И нам очень понравилось. На самом деле блюда были все великолепные. Осталось такое потрясающее послевкусие. Я думаю, в бардаке мы будем еще не один раз, потому что, ну, это действительно очень и очень вкусно. Фух, это реально было очень... Так, подожди, микрофон включил? Включил. Это было реально очень-очень вкусно. Фух, так, теперь. У нас через полчаса концерт Борис Брейшня. И поэтому мы сейчас мчим. Нам нужно паркануть машину и идти тусоваться. Фу, знаете, в чем прикол? Что мы неожиданно захотели остаться в Риге на ночевку, потому что у нас сегодня концерт в 7 вечера начинается до 11. Пока мы выйдем, пока все эти пробки, это уже будет 3 часа, 4 часа, пока мы приедем. И поэтому мы выбрали ближайший отель, который находится около Вундерсала. И переночуем здесь, и завтра спокойно поедем домой. Машинку мы парканули. И вот в этом прекрасном отеле, 7-звездочном, или 5. Это было единственное, что можно снять. Покажи, что мы купили даже. Пиво? Зубные щетки. Пиво. Да ладно. Ого. А что, нормально? Ну где я в окошке? Короче, мы сегодня здесь будем переночевывать. Все, моя кроватка здесь. Ваша... Главное не храпеть. Так, друзья, небольшой румтурчик. Это у нас вход. Красные ковры. Вот мы вошли сюда. Здесь у нас что? Здесь у нас мусорник. Здесь у нас дверь в ванную комнату. Так, здесь у нас что? Туалет, душевая кабинка, полотенчики, фен, колорадо, освежитель, разные мыльца, умывальник. Это мы закрываем. Здесь у нас жидкое мыло. Ну, нормально. А здесь что? Здесь тоже полотенчики. Шикарно. Так что завтра можно будет и обмыться. Так, здесь мы закрываем. Ну, и здесь у нас кроватки две. И здесь тоже кроватки две. Шкафчик. Здесь можно повесить разные вещички. Угу. Все шикарно. О, кстати, телек есть даже. Нашего супер отеля мы заказали такси, приехали, пешком нужно было идти минут 20-25, мы вызвали такси и приехали за 4 минуты и будем заходить. Проверяют. Спасибо. Проверили, все в порядке. Проходим. Ну вот, мы зашли. Мы здесь были прошлые выходные на Продиджи, а сегодня мы на Борисе. Так, у нас здесь туалетики, здесь можно помыть руки спокойно. Вообще подходите, открываете кран и моете ручки. Полно. Это еще не Борис. Он будет через полчаса где-то. We'll be right back.
Ну что, закончилась наша дискотека. Было офигенно. Было классно. Реально, просто я в восторге. Не знаю, как остальные, но я просто, я кайфанул реально. Было классно реально, вообще. Просто я танцевал от А до Б. Друзья, всем здорово. Мы вернулись в наш отель. Все сидят в телефонах. Я тоже работаю. Сейчас буду монтировать тоже видосик. Заказали себе покушать. Ждем, когда нам привезут покушать. Давай. Время? Мы ждали. Полтретьего. Полтрого. Да ладно, реально. Заказали себе Макдак. Ага. А прикиньте, что-то не хватит сейчас. Придется звонить ему. Все, давайте, мы сейчас будем кушать. С вами на сегодня прощаемся. Спасибо, что вы у нас есть. Картошечка у нас есть. Подписываемся, ставим пальчики вверх и с вами увидимся завтра.